Здравствуйте, коллеги! Всем добрый вечер, добрый день. Смотрел кого-то часовой пояс. Всех приветствую на нашем ежедневном, так сказать, встрече актуальный трендовый стрит. Для начала хотел бы уточнить состояние связи. Вижу, что первый коллега отписался. Здравствуйте, Александр. Рад вас видеть сегодня. Опять же, для всех остальных, кто только подключается, давайте для начала уточним состояние связи. Если вы меня слышите, если вы меня видите, дайте какой-то сигнал, чтобы я понимал, что со звуком у нас с вами все хорошо, и соответственно мы можем с вами начинать работать. Окей, поэтому жду от вас обратной связи. Напоминаю, что ну, у нас приветствуется диалог, то есть есть вопросы какие-либо, там, заметки, тому подобные вещи, вы, пожалуйста, отписывайтесь, я буду только рад, э, ну, с вами, так сказать, общаться, да, по этому поводу, вот, то есть, э, ну, не исключается, как бы, такой вариант, что я исключительно только сам один там что-то рассказываю, да, я за то, чтобы с вами пообщаться, вот, э, соответственно, начинаем, да, итак, все отлично, так, здравствуйте, Сергей, все, здравствуйте, Куралай, все, все вместе, 5 с 5. Отлично, все, все в сборе, можем, в принципе, начинать на нуле, как же без вас, да, все отлично, я тогда переключаюсь уже на MetaTrader, да, и начинаем уже работать. Итак, что у нас на сейчас происходит? Добрый вечер вам, Наталья. Наконец-то, все, вы пришли, можем начинать. Итак, что мы сейчас видим? То есть доллар, как и дальше, продолжает у нас, в принципе, свое так сказать победное шествие вниз, да, то есть мы падаем, падаем, падаем. А, честно, я вот даже не нашел каких-либо сильных новостей, а, ну вот реально какого-то хорошего инфоповода, за который можно было бы зацепиться, да, и объяснить а, вот этот вот сильный а, такой вот спуск вниз, да, который был ночью у нас, да, на азиатской сессии. Есть там мнение, что там вот пытались отменить в Конгрессе реформу Кер, да, но ничего там собственно не получилось, но вот такие вот какие-то моменты, да, то есть реально какого-то такого хорошего инфоповода я как бы не нашел. То есть буквально ну, везде написано следующее, доллар просто обвалился. Да? Но что радует меня и вас, думаю, также в том числе, что мы, в принципе, всю эту ситуацию с вами прогнозировали, мы на нее ставили и, в принципе, все идет по нашему плану. Да? То есть доллар и далее продолжает у нас с вами снижаться к новым низинам и мы продолжаем дальше и дальше с вами уходить вниз. Да? То есть актуальный ну, вариант это, безусловно, продажи доллара. Вот в нашем, соответственно, случае на сейчас ну, будет самый оптимальный вариант этой только продажи. Вот, за сегодня смотрите, сколько мы, давайте посмотрим, сколько мы прошли вообще по доллару. Да, то есть это открытие мы прошли 65 пунктов. Я думаю, что на сегодня движение у нас с вами закончено, да. То есть вряд ли мы уже будем еще каким-либо образом с вами снижаться. То есть мы помним, что примерно в стандартном режиме индекс доллара проходит где-то порядка ну, 65-70 пунктов да, в течение дня. То есть это его движение. Максимум мы как бы не даем. На этом как бы все заканчивается. Вот. <coughs> Поэтому когда я сейчас смотрю на график, я думаю, что на сегодня э, все шоу закончено, и, скорее всего, у нас будет ожидать сейчас легкий откат, да, по всем валютным парам. То есть мы легенько будем откатываться с вами. Вот основную часть движения мы прошли ночью. Вот сейчас думаю, все будут расслабляться и отдыхать уже, да. Вот, поэтому в нашем с вами случае мы расслабляться, отдыхать не будем, будем смотреть за валютными парами и анализировать, соответственно, что у нас с вами есть. Итак, следующий наш актив, который идет после индекса доллара, это как всегда, евро-доллар. Итак, как видите, мы пробираемся с вами все выше и выше. Сумели сегодня преодолеть достаточно легко опционный уровень, который мы отмечали с вами ранее. Да? То есть 1.1548, двигаемся дальше. Вот, то есть дальше вверх, лететь здесь еще нам, как видите, есть куда. 16.04, наш с вами наша с вами потенциальная точка, к которой мы с вами движемся. Вот э, за сегодня также давайте посмотрим, сколько мы прошли. Да, 100 пунктов, что в принципе вполне адекватно для евро-доллара. То есть больше за сегодня мы расти не будем, да. Поэтому тех, кто хочет продавать, вот в рамках внутри дня здесь можно будет подцепляться за 115.81, 81, 115, э, о, 115, 79, либо 15.79, то есть кому как удобно за вот этот хайок, да, то есть выше э, него я думаю, что сегодня мы прыгать не будем. И вот для него вся, все движения, так сказать, уже будут заканчиваться. Вот. Этот уровень, как видите, мы также прошибаем сегодня, не задерживаемся мы выше, посмотрим, какая будет динамика завтра. Вот, опять же, то, что я вижу сейчас. То есть, здесь, в этой ситуации, даже несмотря на то, что есть у нас с вами опционные уровни, безусловно, лучше было бы отрабатывать вариант ну, нашу тактику да, под номером 2. То есть, мы с вами ранее общались, с вами говорили о том, что есть у нас два варианта тактики торговли на опционных уровнях. Первый вариант это здесь есть опционный уровень и мы здесь вот постепенно начинаем на росте условно говоря продавать. Да? Второй вариант более консервативный, он заключается в том, что вот котировка растет и здесь есть опционный уровень. Мы ждем, когда актив закроется ниже него и соответственно здесь начинаем продавать. Да? То есть два варианта. Примерно что-то наподобие этого мы отторговывали, первый вариант мы ранее отторговывали на золоте, да, то есть подход по золоту мы отторговывали, этот вариант мы пока что еще толком не использовали, да, я думаю, что его можно будет запустить сейчас на фунт, вот, то есть фунт, в принципе, хорошо себя показывает, да, нашу зону мы к ней еще не добрались, да, но, в принципе, с этой зоны интересно было бы продавать, да, то есть выше 31, вот, там уже можно, собственно, хватать. Сегодня, в частности, была эта цена, вот, буквально чуть-чуть, немножко мы за нее запрыгнули и дальше, как видите, резко сразу же от нее откатили, вот, и уперлись в ближайшую поддержку дневную, да, вот, ближайшие дневные опционные уровни. Смотрите, что в принципе интересно, если говорить о покупке фунта, да, то глобально, здравствуйте, Александр, то глобально я бы, в принципе, сейчас бы его однозначно бы не покупал бы. То есть, если говорить о покупке, то фунт, в принципе, интересен, ну, как минимум, возле 29 фигуры, да, покупать. До 29 фигуры нам еще, как видите, лететь и лететь. Поэтому сейчас в рамках внутри дня более-менее было бы, безусловно, интересно это проводить, скорее всего, такие вот внутридневные сделки, да, пока доллар у нас не может более-менее нормально остановиться, не может он набрать сил. В принципе, я вижу в шорт это фунт, да, вот очень хорошо продавать фунт. Но это однозначно пока что доллар у нас не набрал оборотов, да, то есть в принципе фунт хотелось бы шортить, но пока что доллар не дает, да, развиться этому шорту. Вот, шортить выше 1.31, мне бы это очень понравилось, да. По евро-доллару, как видите, пока что мы еще движемся вверх, то есть мы давим, давим и уходим все только выше, 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 да, то есть динамика крайне положительная, мы поднимаемся и просто не видим, не видим перед собой каких-либо преград, да, то есть everyday high, то есть сбиваем, 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 то есть мы видим, что практически структура движения у нас такова, что мы с вами делаем импульс, после этого мы проторговываемся, вот, проторговываемся и дальше импульс, да, то есть видим, что мы, в принципе, не на какую-либо коррекцию это вниз не уходим, да, то есть такого нет. Это говорит о том, что на рынке присутствует сильный тренд и очень хорошо сильно толкают вверх, да, поэтому так, секунду, не то, то поэтому в нашем с вами случае, я думаю, что здесь, ой, секунду, не то, в нашем с вами случае здесь актуально смотреть только и только сделки в, ну, в продажу доллара, да, внутри дня это будет самый такой оптимальный вариант. Если говорить о евро-долларе, когда, ну, собственно, когда уже остановится вся, вся эта ситуация и все начнут вместе его продавать. Честно вам скажу, вот у меня, в частности, в, ранее, на прошлой нашей с вами встрече уже задавали этот вопрос, я ответил вам максимально, так сказать, Открыто, да, я сказал, что я не знаю. То есть я пока что не знаю, где мы будем с вами останавливаться, то есть где эта заветная точка, да, где мы развернемся. То есть хотелось бы сейчас... Хотелось бы сейчас, 16 это крайне высокая цена, то есть я думаю, что достаточно, ну, крайне непомерная высокая стоимость сейчас у евро, да. Я думаю, что вот в ближайшее время должны разворачиваться, но я не уверен в этом на 100%, да. Как бы вот здесь видно очень большое количество опционных уровней и так далее, вот эти все вещи, да. Вот, хотелось бы продать, но пока что еще нет сигнала, да, который подтверждал. Смотрите, с чем, что будет являться для нас с вами сигналом, вот, в частности, по еврику. Смотрите, у нас вот на дневном графике сформировалась такая тенденция, что вот сильно очень у, улетели вверх. Да? Как только мы сможем хотя бы одной дневной свечкой перебить минимум и закрепиться в, ниже него, да, тогда можно говорить о снижении. Да? То есть как примерно это было вот здесь. Вот тут у нас был минимум, вот, либо вот у нас был минимум, мы перебили его и закрепились. Да? Все, дальше можно продавать. Да? Но как видите, дальше да, ничем это успешно не завершилось у нас с вами. Поэтому на сейчас ту картинку, которую я вижу сегодня, я бы больше бы ее интерпретировал как попытки э, ну, заскочить еще повыше для дальнейшего шорта. Но шорт еще не подготовлен. Да? То есть еще рано шортить, еще рано смотреть сделку в шорт, пока что она не готова. Да? Такая же самая аналогичная ситуация по фунту, только он более подогретый. Да? То есть мы сбиваем предыдущее лоу, успешно торгуемся ниже него, то есть все на, как надо, все красиво. То есть мы видим, что ну, доллар падает в пропасть да а фунт в принципе не понимает то ли ему как бы что-то хорошее показать да то есть если есть с ну, чем-то чем он может похвастаться что он лучше доллары на самом деле нет да поэтому я думаю что в принципе здесь будет флэт и от 31 нужно будет собственно собирать продажи вот если увижу хорошую точку я однозначно буду шортить с цены 131 вот стопятся где-то будут нам позиционно, ну, ситуативно, где-то, наверное, по 1.30 буду бросать стопы. То есть, в принципе, вот эта картинка, которая есть сейчас по фунту, мне нравится. Но вот на дневном графике здесь также все так более-менее красиво, да. А, вот смотрите, как мы два дня, да, снижаемся. Вот поэтому вот этот импульс, который был, такое вот сбивание стопов, я думаю, это все-таки заготовочка к снижению походом вниз. Вот, тем временем, австралиец у нас просто хит парада, да, на сегодня. У нас были хорошие новости по австралийскому доллару. Вот на этих новостях мы улетаем вверх. Вот, э, давим очень сильно на педаль газа. Вот, растем, опять же, каждый день на 140 пунктов. Это достаточно большое количество, да. Вот, э, поэтому сейчас я бы, конечно же, в австралийский бы доллар бы не продавал бы, да. То есть подождал бы, подержал бы немножко австралиец, Попробивали все возможные опционные уровни. Ну, то есть разорвали все, что там можно было разорвать, да. То есть мы летим, летим, летим вверх. Мы обсуждали с вами о том, что в доллар интересно также продавать, но пока что нет подтверждающего сигнала, да. Но ну, я думаю, когда мы видим вот такой вот импульс вверх, то желание продать, ну просто неимоверное. Но опять же, когда оно, ну когда оно должно появляться, должно оно появляться в тот момент, когда мы перебьем лоу, да? Когда мы сможем перебить лоу и закрепиться ниже, тогда это интересно, да. Лоу это 77, 86, либо новый ближайший лоу, который будет. Не ной. Пока что такого перебития у нас с вами нету, поэтому на сейчас, соответственно, я без каких-либо сделок в австралийце. Я его продавал еще по 77.34, была повторная попытка по 77.50, я, ну, как бы вышел и не жалею, да, что, как, как бы, что вышел, да, потому что сидел бы сейчас как минимум две фигуры бы в просадке. То есть однозначно стопы ловить надо, да, то есть слава богу, что ну, как бы вышел, да, то есть стоп для этого и нужен, да, это знаете, как вы едете на, по тормозам нажимаете, то есть да, два варианта, это сэкономить бензин и разбиться, да, а второй вариант это, собственно, остаться живым, да, но потратить лишний бензин, который вы будете использовать на дальнейший разгон, вот. Поэтому в нашем с вами случае ну стоп должен быть, то есть слава богу, что сделка не зашла, бой другие разы значит следующий актив это а, иена а, по иене в принципе а, не получается у меня зайти в продажу вот а, хотелось бы конечно же продать его каждый день все повыше и повыше но не получается так мы с вами спускаемся уходим дальше вниз вот, э, ранее с вами отмечали первую зону 112.28. Вот, э, вчера мы ее успешно удерживали, этот уровень. Сегодня, наконец-то, мы его пробили, да. То есть пробили, вот сегодня, в частности, тестировали и уходим вниз. То есть, безусловно, внутри дня продажи это однозначно, да. Даже несмотря на то, что вот здесь у нас ближайший вот такой вот тоже уровень начинает формироваться. 111.4, да, мы вчера также его отмечали. Я думаю, что, в принципе, вполне спокойный пробьем и его, да. То есть тот накал и та сила, которая давит доллар вниз, однозначно, в принципе, ну, тут, тут тоже без вариантов, мы также уходим дальше, дальше, дальше в шорт. Вот, поэтому внутри дня также продажи по доллар иене также в шорт, то есть мы опять же спускаемся все ниже, ниже и ниже. Вот, 111,4, 111,5 может быть, ну, определенная передышка, но я думаю, что она будет длиться недолго. Следующий актив золота, ну, в принципе, здесь одно, ну, как и раньше, однозначно, то есть мы хорошо додали эту ситуацию, разгадали эту загадку вместе с вами. Вот, то есть с 12.10 смотрели покупку, ее удерживаем. Я говорил, что я буду держать до 12.50, а потом буду думать. Вот, в принципе, движемся с вами дальше. Здесь объем у нас хороший, начинает вливаться. 12.50 это будет первая точка, первое сопротивление, которое может да, и, скорее всего, немного будет останавливать вот это все движение по золоту, здесь, возможно, будет вот такая вот ситуация, которая была ранее. Я думаю, что, в принципе, этот уровень мы также преодолеем, да, с учетом того, как сейчас снижается доллар, да, я думаю, что, в принципе, у золота есть также достаточно большой потенциал этот уровень пробить. Вот, сейчас мы с вами посмотрим, ну, непосредственно нашу опционную доску по золоту, ну, посмотрим, есть ли там за что-то зацепиться, вот, и, собственно, разберем наши дальнейшие планы по работе на золото. Auto. Вот, соответственно... Вот, по золоту у нас следующая картина, коллеги. Вот, сейчас в 12.50 заливается достаточно хороший объем продавца. Вот, у нас с вами цена 12.50. Заходит достаточно большое количество контрактов. Вот, как видите, заходит в ближайший опционный контракт. То есть, в остальные месяца очень и очень маленькое количество. Вот, но при этом, смотрите, суммарно, ну, то есть, этот объем, он, ну, накопленный объем, он как-то, ну, не доминирует над другими объемами, да. То есть, мы видим, что объем продавца, он расположен, ну, суммарно по разным контрактам, то есть по ближайшему месяцу, вот, по следующему, по, сентябрь, по, по сентябрьскому месяцу и так далее, да, вот, если говорить непосредственно о текущем месяце, ну, текущий месяц на опционных контрактах у нас будет длиться до 26 числа, да, то есть до следующей среды, вот, картинку мы с вами увидим следующую, так, буквально секундочку, вот, картинка у нас, коллеги, будет, Вот такая вот картинка у нас с вами будет. Итак, что мы с вами здесь имеем? Смотрите, в принципе, видим, что в рамках внутри дня, то есть в рамках последней нашей с вами ситуации, заходит объем в 12.50, да, и, соответственно, вот наша с вами уровень 1250 достаточно такой крупный 13 как и раньше доминирует то есть вот это будет наша с вами первая точка а помимо всего этого видим смотрите у нас этот уровень доминирует над другими да то есть суммарно здесь накоплено порядка 5000 контрактов да это я не скажу чтобы это было бы мало и я не скажу что это космическое значение да то есть если допустим здесь у нас с вами присутствует порядка 7000 контрактов да здесь у нас присутствует порядка также 7000 контрактов, 6980, да, то в целом, в принципе, ну такой выше среднего уровень, даже вот на такой достаточно крупный уровень, да. Поэтому я думаю, что здесь будет определенное сопротивление сформировано, и здесь начнется ну, такая вот борьба, да, уже непосредственно на 1250. Вот, с учетом опционных премий, это будет где-то 1255, вот где-то примерно такую цену, такое сопротивление у нас с вами будет. Вот, возле 1250 я буду как бы позицию, скорее всего, удерживать. Посмотрим, как, собственно, все это дело будет обстоять если будет нырок сейчас вниз, хотя бы туда в сторону, там, 36, я, соответственно, буду докупаться, вот, как-то примерно так, да, то есть, в принципе, или завтра уже буду докупаться, то есть туда в сторону 50, буду вместе с рынком идти, вот, поэтому на сейчас, думаю, что, в принципе, для тех, кто сидит в золоте и немножко боится, первая цель это 12.50, я думаю, мы ее выполним, и, скорее всего, даже у нас, думаю, получится запрыгнуть выше, да, запрыгнуть выше, а именно в сторону 12.70, вот там реально мои истинные цели, там, где я хотел бы выйти и там где я бы уже начинал бы задумываться о каких-либо продажах да вот как-то примерно так вот такую цель я имею и соответственно такая вот позиция есть на текущий момент так по нефти и ну в принципе пока что ситуация без изменений ничего интересного не вижу вот газик у нас Плавно идет вверх, то есть мы помним с вами по вчерашнему обзору, что мы там, у нас получилось сломить один уровень, 1.3.1, да, а этот уровень опционного контракта у нас там объем уходил, ну, то есть полностью покупатели там разобрали, вот, он ушел, выплыл оттуда, да, поэтому я думаю, что вот это движение, которое у нас есть на сейчас, да, в принципе, вполне также интересное, хорошее. Вот, и повышение, которое есть. Я не думаю, что потенциал роста у нас уже есть, да. Скорее всего, будут еще дополнительные какие-то там движения вниз и так далее, и тому подобные вещи. Где бы я хотел бы покупать, это по 2.93, да. Хорошая цена для покупки, пока что я, собственно, пока этих цен нету, не лезу в газ. Значит, следующий актив это S&P 500. Сегодня мы с вами улетаем вниз, то есть по балансу рынку, в принципе, как видите, у нас, если желтая отметка, это означает, что в рынке больше у нас с вами продавца. Вот, соответственно, сейчас, что и у нас имеется в виду. Сейчас мы уходим в коррекцию, да, то есть долгожданную после вот этого так сказать, 7-мильного броска, да, сейчас, в принципе, уходим на коррекцию, где было бы мне интересно начинать формировать позицию, но ну, первые точки, возможно, даже по цене 24.43, в принципе, можно, да, закупаться, вот, но мне больше нравится вот, этот, вот эта цена 24.26, да, вот отсюда я бы закупился и просидел бы такую тенденцию еще раз. Посмотрим, как оно будет, но, в принципе, 24.26, 24.26 мне очень нравится цена для позиционной покупки, пока мы находимся очень далеко и высоко, для формирования каких-либо сделок на э, покупку, да? э, вернее, на продажу. То есть, извините, да, на покупку пока еще рано покупать, в продажу можно, в принципе, плавно-плавно становиться. Так, следующий наш актив это NASDAQ. Я стою в покупке, тут небольшой у меня стопик будет. Вот, посмотрим, как это все дело разыграется. Вот, в принципе, NASDAQ мне нравится. Пока что дельта в нее положительная. Шансы на рост у нас остаются, ну, хотя бы вот сюда, до ближайшего опционного уровня. Здесь также поддержка у нас будет проходить. Вот. В принципе, границы рынка достаточно широкие, поэтому с небольшим стопом посмотрим, как все дело у нас закончится. Вот, возможно, до конца дня, собственно, с NASDAQ -а выпрыгну и не буду в нем сидеть. Так, вопросов нету. Так, идемте с вами дальше. Так, следующий наш актив это DAX. То есть сегодня, опять же, мы в 10 часов утра показали цену открытия. Вот, пропытались мы ее оттестировать, а то ли пробить, то ли что вообще мы делали, да, с вами. И после этого дальше ушли вниз. Вот, по Евростоку, по Каку, вернее, также аналогичная ситуация. Вот с открытием мы побились в эту цену, да, то есть били все стопы и улетели дальше. Ну, то есть здесь точки входа однозначно не было. А Футси сегодня во флете, да, то есть ничего интересного. Вот, как-то примерно так, коллеги. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я буду на рад, рад на все ваши вопросы поотвечать, да и, собственно, с вами общаться. Давайте посмотрим доллар-кат. Так, по Долларкаду, вот, а, итак, а, в принципе, здесь мы плавненько, ну, нету такой динамики, да, которая была, ну, есть по всем валютам, да, а, опять же, небольшую коррекцию показываем, вот, по Долларкаду, что, в принципе, а, сейчас интересно. А, мы помним с вами, что мы здесь очень сильно падали, снижали, здесь у нас такие хорошие завитки вниз, да, идут, я думаю, что, в принципе, на сейчас... На текущий момент интересна, безусловно, продажа. Смотрите когда ну, отменять продажи, когда в принципе продажи начинают заканчивать, когда мы сможем пробиться именно ну, сейчас выше 27 фигуры, да, то есть это ближайший максимум, если, смотрите, мы пробиваемся и закрепляемся выше дневной, дневной свечкой, да, тогда однозначно в принципе уже как бы все, стоп, да, уже в принципе продажи забываем, да. Сейчас в принципе потенциал снижения есть, он достаточно сильный, он достаточно большой, вот, и мы в принципе снижение у нас как бы и дальше продолжает идти, да, а, как видим, нету какой-то хорошей линии, точки, за которыми там могла бы сформировать какую-то поддержку и так далее и тому подобное, да, то есть мы и дальше продолжаем с вами уходить вниз, и пока что какое-либо ну, там время, ну, просветление у нас с вами не происходит, да, поэтому на сейчас я думаю, что в принципе более интересно, более актуально смотреть продажу, точка, откуда можно было бы это сделать. Первый для вас ориентир это 26-60, 26, 26 ой, 26 60, 1 26 60 Вот первая точка, откуда можно было бы продать. Вот и второй момент это 26-27, если быть более точным. Ну 26-98, ну максимум это будет 27. Да? То есть две точки, возле которых можно будет прыгать в шорт. Да? Пока что, видите, мы движемся к ним. Вот, если будет такой заходик, можно смотреть продажи. Вот, если получится пробиться выше, тогда безусловно, ну, стоит продажи будет отменять. Пока что, в принципе, тренд продолжает идти, то есть вы видите сами, что происходит с долларом. Здесь однозначно продажи дальше по тренду. Так, коллеги. Так. Так, окей. Вижу, вопросов у нас с вами нету. Так. Хорошо, тогда всех благодарю сегодня за внимание, за встречу, был рад всех вас видеть однозначно, кто не успевает на наши с вами трансляции, на YouTube, там можно будет общаться, пишите комментарии, я буду рад ответить, я сделаю достаточно оперативно. Вот, на сегодня у меня все. Был рад всех вас видеть, прибыльных вам сделок, успешных трейдов. Всего вам доброго, до свидания, пока.